138-я серия турецкого сериала «Доверенные» выйдет на экраны Турции 17 марта. В предыдущей серии мы увидим следующее событие. Отношения между Яманом и Сехер становятся с каждым разом еще сложнее. Только Яман не понимает, почему Сехер смотрит на него такими глазами. Порой ему начинает казаться, что это не она, а он сделал что-то плохое. И так она до сих пор не может противостоять ему. Сехер пытается относиться так же хладнокровно по отношению к Яману, но у нее ничего не выходит. В ее сердце живет любовь, которая не позволяет причинить боль любимому человеку. Когда Яман и Сехер сидели в комнате с Юсуфом, то он заговорил про честность. Он много раз объяснял своему племяннику, что Юсуф всегда должен быть честным. И какой бы ни стала причина, никогда нельзя отказываться от правды, тем более врать тем, кто имеет для тебя большое значение в жизни. Сехер напоминает Яману, как он сказал ей, что это все игра. Яман просто воспользовался ей и обманул. Как теперь Яман может говорить про честность? Сехер передала в руки Ямана документы, в которых говорится о том, что она отказывается от всех прав на долю Юсуфа в компании и вообще ни на что не претендует. Ей от Ямана ничего не нужно. Яман не мог ожидать после всего такого поступка от Сехер и еще больше начинает сомневаться в своих подозрениях. А мы напоминаем, что 138-я серия турецкого сериала «Доверенные» выйдет на экраны Турции 17 марта. Спасибо вам за просмотр!